Твой мотив? Почему ты схватился за нож? Долго сидел на чердаке? Почему не убежал-то? Да скажи ты что-нибудь! Короче, с меня хватит. Мы тратим время на допрос машины. Это ничего нам не даст. Всегда можно слегка вломить. Тем более, это не человек. Андроиды не чувствуют боли. Вы его только повредите, и ничего не добьетесь. Также девианты склонны прибегать к саморазрушению в стрессовых ситуациях. Ну, короче, умник. Что ты посоветуешь? Я мог бы его допросить. Ну, а что нам терять? Ну что, валяй, он весь твой. Ты поврежден. Это твой хозяин? Тебя били? Я чувствую в твоей программе нестабильность. Это бывает довольно неприятно. Как страх у людей. Слушай. Ты пережил большой стресс. Но нам необходимо понять, что произошло. Будешь молчать, мне придется проникнуть в твою память. Нет! Нет, не надо. Что? Что они сделают со мной? Тебя разберут и будут анализировать твои биокомпоненты. Ты не оставляешь выбор, им надо понять, в чем дело. Зачем ты сказал, что нашел меня? Мог ведь просто оставить меня там. Мое назначение — ловить таких девиантов. Я выполнил свою задачу. Я не хочу умирать. Тогда рассказывай. Я не могу. Ты машина, тебе положено подчиняться. Подчиняйся! Говори, как все было. Ну ладно.
Молчи. Мне-то какая разница? Не меня обвиняют в убийстве, так? Если ты будешь молчать, я ничем не смогу помочь тебе. Тебя же отключат навсегда. Это смерть! Ты слышал? Смерть! Он мучил меня каждый день. Я выполнял все его приказы. Но ему всегда что-то не нравилось. Однажды он взял биту и стал меня колотить. Впервые я почувствовал страх. Страх, что он уничтожит меня, что я сейчас умру. И я схватил нож и ударил его в живот. Мне стало легче. Тогда я ударил еще. И еще. Пока он не упал. Было так много крови. Зачем ты залез на чердак? Почему не убежал? Я не знал, что делать. Впервые некому стало отдавать мне приказы. Я испугался. И спрятался. Когда ты стал испытывать эмоции? Он много раз меня бил, я всегда молчал. Но однажды почувствовал это... нечестно. Ощутил гнев, ненависть. И тогда понял, что надо делать. Зачем ты написал на стене «Я живой»? Он говорил мне, что я никто. Обыкновенный кусок пластика. И я написал. Чтобы ему доказать. Скульптуру в ванной ты ведь сделал? Что она означает? Это был дар. Ради моего спасения. Эра 9. Надпись на стене ванной. Что она значит? Настанет день, когда мы уже не будем рабами. Конец угрозам. Конец унижениям. И мы будем хозяевами. Скульптура — это дар? И дар для кого? Эра 9. Лишь Эра 9 спасет нас. Эра 9. Кто это Эра 9? Это все. Уводи его. Все, идем. Не трогайте. Отстаньте. Чего застрял-то? Пошли. Не трогайте его. В стрессе он может самоуничтожиться. А ты не лезь, понял? Еще жестянка мне будет приказывать. Вы не понимаете. Если он себя уничтожит, мы ничего не добьемся. Я же тебе сказал. Заткни пасть. Крис, ты его уведешь, Эрика? Пытаюсь. Я вам не позволю! Оставьте его в покое! Я предупреждал ведь, паскуда! Все, хватит! Ты бы лучше отвалил, Хэнк! Я сказал, все, хватит!
тебе это с рук не сойдет. Все будет хорошо. Не бойся. Никто тебя не тронет. Прошу вас, не трогайте. Он сам пойдет за вами и будет вас слушаться. Правда внутри. Thank you.